А что касается автора, он наш друг, человек очень интересный, глубокий, необычный, нестандартный, поэтому очень рекомендую эту книжку прочитать внимательно, понимая, что автор – человек нестандартный, это важно. Спасибо. С вами была Арина Шарапова, между прочим. Здравствуйте, друзья! У нас аншлаг. Мы находимся в Доме книги на Новом Арбате. И прямо за моей спиной сцена, на которую очень скоро войдут чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Наша гордость, гордость страны. А все почему? Потому что член попечительского совета факультета социальных наук и массовых коммуникаций и аспирант финансового университета, и вообще наш выпускник Дмитрий Валерьевич Александров сегодня проводит презентацию своей книги «Спорт вне политики. Политика вне спорта». Огромное количество друзей, известных медийных личностей. Арина Шарапова, Григорий Васильевич Гладков, Денис Лебедев, Владимир Сычев. Многие-многие другие сегодня здесь, чтобы почувствовать эту атмосферу, зарядить ее своими флюидами, своей радостью, энтузиазмом и таким правильным воспитанием и просветительской функцией для наших студентов. Так что оставайтесь с нами, скоро самое интересное. И это дневник ФНТВ. Поехали! Сколько друзей, любителей хоккея сегодня, которым надо показать всем там, их взгляды, как они карьеру росли, потому что давайте попросим, и тогда вот, это, наверное, год-два назад, и мы под Олимпиаду решили написать эту книгу. Книга рождалась непросто. Книга рождалась через определенные муки, наверное, как и положено. И, конечно, это книга друзей. Это книга друзей Дмитрия Валерьевича, людей, вложивших свою душу. Ну, а если перейти к делу, как я попал в эту книгу, наверное, во-первых, мне очень приятно, Дмитрий Валерьевич, что я являюсь одним из соучастников этой книги. Мы познакомились с Дмитрием Валерьевичем, наверное, лет 8 назад, да? Он готовился к бою у Фредди Роуча, представляете, великий тренер. Я был в этом зале, или готовился Лебедев, Пакьяо. Вот, это конюшни настоящие, это мурашки. По коже тут, как я вспоминаю, как мы друг друга поддерживаем, мотивируем. Спасибо, друг. А сегодня я официально нахожусь под санкциями за определенные вещи. Значит, настоящий подряд. Жизнь у меня официально отобрали, официально, и сказали, что больше вообще не получите. Вот. Но я и туда и поехал-то, собственно, по спортивным делам. А так, недвижимости за границей у меня нет, и не предвидится. Счетов у меня нету, я хочу жить и приносить пользу своей стране. Браво, браво. После спорта продолжается жизнь, многие становятся близки к политике, кто-то переходит на административные какие-то должности, развивает, воспитывает молодежь. И все это, вы знаете, наверное, очень приятно об этом говорить, не только со сцены, но и в книгах. Поэтому еще раз спасибо большое, Дмитрий Валерьевич. Будем надеяться, что мы оправдали. Смотрите, когда будете на станции метро ЦСКА, стоит память хоккеисту. Это Денис Валерьевич. Да, именно с него летели. Мы встретились с ним на дне рождения у нашего общего друга.
Это Юрий Голубев, чемпион мира по бодибилдингу, человек, который стоял у истоков этого вида спорта. Поэтому видите, как спорт. Спорт действительно сплочает, сближает. Мы с Дмитрием тогда разговорились, он мне рассказал об идее своей книги. Хлебосольный наш накрыл шикарный стол, мы представились, он говорит, нет, после 18 часов не ем. Влад говорит такой, ну как там, ешь, не ешь, так он говорит, нет, я смотрю-то за собой. И потом меня друг пригласил на свою премьеру. Это два. Это было уникальное представление. И пришли, но я думал, сейчас посмотрю на гениального актера. Все, тем более, я его поклонник по кинематографу. Но когда я увидел, знаете, я там стараюсь, там утром, там как у Дениса Валерьевича, кубики, там с морем Рубики. И когда он начал крутить, это было буквально полгода назад, вертушки, там такая растяжка, показал. И я смотрю, а он на год моложе всего меня. Не то, что дар речи пропал. Мне так захотелось совершенствоваться, мотивироваться. Дима, ну смотри, как человек, что он может, как там девчонкам нравится, а ты-то, тем более холостой. Давай работай над собой. Спасибо за мотивацию. Во-первых, я передаю большой и пламенный привет любимому финансовому университету, с которым, похоже, моя жизнь уже связана давно, и я про это еще до конца не знала, а теперь знаю точно. Это раз. А второе, книжка интересная, я ее читала, спасибо Павлу, что подарил мне ее уже заранее, я пришла подготовленная. Ну, а что касается автора, он наш друг, человек очень интересный, глубокий, необычный, нестандартный, поэтому очень рекомендую эту книжку прочитать внимательно, понимая, что автор человек нестандартный. Это важно. Спасибо. С вами была Арина Шарапова, между прочим. Да, это была моя мечта, и она сегодня осуществилась. Теперь буду мечтать о другом. Жизнь продолжается. А что нужно для того, чтобы стать молодому человеку, который только начинает жизнь? Мотивация. Мотивация и сильное желание захотеть. Встаешь утром с этой мечтой, ложишься с этой мечтой, и все сбудется. Только трудом. Как говорят, это успеха – это 90% труда и 10% таланта. Я передаю искренний привет всем студентам финансового университета. Так же, как и вы, я являюсь выпускником нашего любимого заведения.